Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Хочу немножко поговорить о фильме «Герой». Он с этим певцом нелепым, Биланом или Биланом. Естественно, актеришка он никакущий. Но как бы этот фильм ожидался мною, как говнище полное. Но я их смотрю периодически, такие фильмы, чтобы знать врага в лицо, как деградирует все кругом. Ничего особо нового полезного не узнаешь, но какие-то детали, может, штрихи для себя открываешь. Вот здесь актер Балуев, он хороший актер. И здесь нормально играет. Но здесь он такого героя-купца играет. Что-то тетка стала его обвинять, что он все развалил. Развалили и эти цари, которые 300 лет издевались над трудовым народом. Ну, в общем, если смысл вдумываться, никакого смысла нет. И показывают, я пытался понять, что, какую мысль же, люди все-таки сидели. Ну, вроде как они показывают, что вот этот герой, певец, Билан, как его, ротмистр какой-то, что он русский герой. То есть, что, ну, как я понимаю, офицер... Это русский герой. Офицер – это шавка. Цепная шавка. Ну, там ему говорят, да, ты вот честь, честь. На самом деле просто ему, ну, там, деньги платили, чтобы он не работать, просто ходить там, руками махать, как все полиции, милиции, силовые структуры. В основном нет у них никакой чести, и не было, и не будет. Они... Даже если он как бы развалилась империя, а он что-то там оставался за эту империю, ну, все равно он за какой-то выдуманный свой мирок умирал. Просто был тупорылым, не понял, что ситуация меняется, что народ, который угнетали... Теперь надо бы его защищать. Ну, в общем, не понимаю, какая честь может быть у офицеров, которые просто народ обычный резали, убивали. В чем там честь? Честь – это стремиться к справедливости более-менее. А там война получилась, друг друга убивали. Вообще нафиг никакие войны не нужны. Вот, снято, видно, что они денежки потратили, но взрывы вообще шняжные, высеры компьютерные. Для такого все-таки масштаба это позор. Там, посмотрите, на взрывчики они такие серые, поганые, и никакой волны не идет вокруг. Ну, при взрыве волна должна что-то там землю как-то раскидывать. И просто это как пропаганда, причем пропаганда такая именно вот какая-то маразматическая, как человека Альцгеймера больного. Они говорят, вот русские люди, а на самом деле сейчас русских людей уничтожили и уничтожают дальше. Поэтому они как бы сами себе даже противоречат, говорят, вот русские герои, какие русские герои, русские... Да, герои, но сейчас эти все русские сообщества в тюряшку сажают там, в Москве, который Демушкин хороший мужик, поэтому специально дают русским собираться, а потом показывают фильм, что русские какие-то герои. Но они имеют, наверное, имели в виду, что русский вот этот вот, который сявка на привязи какой-то вот... полицейский там или кто-то, вот, который народ грызет, вот этот вот с честью, который с денежки людей, бабулек берут с 5000 пенсии, а потом за эти деньги и режут бабок. Ну, честь, и честь какая-то. Ну, и такая же честь была в царской России, сейчас такая же честь, суки. Честь это, ну, независимости от там ты белый, красный,
за идею справедливости. Кого обижают, того и защищать. Слабого защищать, наверное, вот это честь. Ну, в общем, высер. Но все-таки надо пытаться как-то приоритеты расставлять. Да, ну, актеры там все херня. Ну, Балуев, может, ничего. Ну, он снимается во всем подряд. Ну, в общем, я его не виню. Наверное, тоже денежки нужны. Ну что ж, продолжим смотреть высеры. Ну, я не только одни высеры смотрю. Иногда интересные фильмы попадаются. Там, посмотрите, «Солейс» с Хопкинсом. Да как там, «Жалость», «Милосердие». Где там два экстрасенса, там молодой и старый, друг за другом охотятся. Вот хорошенький фильм. Всем спасибо, пока. На обзор был небольшой. На высер. Высер. Российский высер очередной. Какой-то псевдопатриотический, хер знает, исторический, про ебаных царей и всякую хуйню. И там, конечно, эта линия, что предок его кого-то любил, вообще не к месту, несусветица какая-то. А, еще смешно, Балуев вроде застрелился, а чего ему стреляться, он вроде там ничего особо плохого не делал, этот гнида, этот герой с честью восставших людей, которых убивали, типа там убивал, а этот вроде ничего так такого ужасного не делал. Ну, они пытаются, все время пытаются пропаганде вас обмануть, так что опыта сами набирайтесь и смотрите мудрых людей. Пока, братья, слава прогрессу.